Не беспокойся, мы найдем Брэндона. Если бы мне пришлось самой пройти через это... Тихо, я с тобой. Мы найдем его, я тебе отвечаю. Почему ты так добр ко мне? Алло. Да, так русская Сирия, да. Да. Кто это? Ага. Когда? Он ранен. Насколько все плохо? Да, мы приедем, как только сможем. Спасибо. Я люблю тебя, Мейсон. И никогда не переставал тебя любить. Думал, никогда от этого не услышу от тебя, блин. Скажи, что любишь меня. Ты уже это знаешь. Скажи, что любишь меня. Я хочу тебя. Тогда скажи это. Люблю тебя. Никогда не переставал. Не уходи. Могу, Мейсон? Мэри? 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 Thank you for the check. Thanks for everything. Привет. Извините, вы не знаете, кто вас сегодня будет заменять? Нет, не знаю. Если это Мэри Дюваль, мне стоит убедиться, что она проснулась. Мэри Дюваль здесь нет. Нет, а где она? Она уехала к маме на Рождество. О, думаете, она решила остаться там на ночь? Возможно. Она собиралась сегодня идти на работу в клинику? Я правда не знаю. Ну, тогда я лучше спущусь и попробую сам ее разыскать. Thank you. Ты в порядке? Да, все хорошо. Прости, что разбудил тебя. Не-не, мне все равно надо было вставать. Тебе снилось что-то нехорошее, так что я подумал, если тебе... Нет-нет, все хорошо, правда, хорошо, да. Не планировала спать у тебя на диване весь день. Надо на работу идти. Ну подожди минутку, у меня тут есть кое-что для тебя покушать. Ладно, где у тебя тут лежит все? Нет, ни в коем случае, я готовить буду, короче. Это железное правило.
Да ладно тебе, Марк, я не гость, и я так без церемонно к тебе вчера навязалась. Нет, ты не хотела оставаться в доме Кэпфеллов, так что ты попросила воспользоваться моим диваном, в этом нет ничего бесцеремонного. Ты помогаешь людям, Мэри, пришло время, чтобы и те, кто и кто мог помочь. Это... Что? Мейсон однажды сказал это. Ну что же, наконец-то мы в чем-то согласны. Мне кажется, Мейсону следует заняться собой, прежде чем он заявит о желании заботиться о других. Но я могу принять у тебя душ голый? Ну, конечно же, можешь, ёптвоя, блин. Ну что ты говоришь вообще, блин? Ну, конечно, иди, блин. Предупреждаю, вода нагревается так же быстро, как моя плита. Ты точно не хочешь сначала покушать, блин? Почему? Ты выглядишь намного лучше в этом халате, чем я. Да, это последний пик моды. Ты все еще не научилась принимать комплименты. К счастью, ты не так часто их делаешь, чтобы мне стоило этому научиться. Если ты бы серьезно к ним отнеслась, ты бы получила его больше. Не думай, что я начну принимать тебя всерьез в такое время дня, Марк Маккормик. Я выдержала все твои издевки еще с того момента, как я носила брикеты, ладно? Не думай, что сможешь меня смягчить. С ним все в порядке. Мы даже не знаем, Брэндон ли это. Они нашли машину с номерами штата Калифорния. И? Авария, часть машины сгорела. О, нет. Они вытащили мальчика из-под обломков и доставили в больницу. А он еще ничего не сказал, но состояние стабильное. Брэндон? Мы не знаем, Брэндон это или нет. Крус, я так боюсь узнать, что это он. Ведь... Если ты хочешь, я пойду один и позвоню тебе. Нет, это и вправду Брэндон, я должна быть с ним. Я пойду соберусь. Слушай, вини свою невесту, это она хотела этот дизайн, ёпта, блин. Я совсем не критичен, блин. Что? Слушай, здесь очень шумно, ёпта, блин. Спасибо. Продолжай. Нет, я встречаюсь с архитекторами сегодня. Да, хорошо. Окей, поговорим позже. Пока. Прости, не хотел мешать тебе тренироваться. Ты не мешаешь. Вижу, как ты это делаешь. Намного лучше без зрителей. Ну, я в другую комнату пойду. Да нет, прости. Я займусь растяжкой. Это был Ник? Да, я хотел ему сообщить последние новости о работе над казино и убедиться, что его и Келли завтра тут не будет. Как, надеюсь, и тебя. Это почему? Устрою вечеринку в честь помолвки. Здесь? Нет, не здесь. Здесь нет места, блин. Я поговорил с Базом, и он сказал, что я могу арендовать его местечко. Поможешь мне все украсить? Украсить? Это что, выпускной? Нет, я просто подумал, что было бы неплохо принести цветы, чтобы все выглядело не как обычно. Хорошо. Уверена, Келли нравятся цветы. Такое ощущение, что ты думаешь, что это глупая идея. Не глупая, а я просто не понимаю, почему ты хочешь стать таким радушным организатором? Не каждую неделю мой брат женится, я думаю, это особый случай. Ага, я тоже. Вот почему я устраиваю вечеринку. Особенно для того, чтобы доказать всем, что тебе нравится, что они женятся. Я счастлив за них. Конечно, Дилан. Слушай, я знаю, у тебя есть странные мысли насчет этого, но я думаю, что Ник и Келли созданы друг для друга. Я тоже так думаю, но еще я знаю, что ты чувствуешь. Дело давно минувших дней, Дженнис. Из всех этих упражнений кровь проступает тебе в ноги, и ты не думаешь. Вот что я сделаю, я принесу тебе стакан воды, и мы поговорим о том, что будем делать на вечеринке. Окей. У меня было занятное Рождество в этом году, бать. Что-то с чем-то. Начало с безумных снов.
Я не могу их объяснить, но как бы... Что я получил после снов, это лучший рождественский подарок в моей жизни. Я чувствую, что у меня есть шанс начать жизнь сначала. Я не подразумеваю желание провести год по-другому, принятое в канун. Короче, ну, настоящий шанс у меня начать все с чистого листа. Я решил, что буду делать все по-другому. Батон, я начну верить людям. Для разнообразия я начну идти на риск и не буду бояться выглядеть долбоебом. Видишь ли, я познакомился с одной замечательной девкой, одна из твоих ангелов милосердия, ее зовут Мэри. Я хочу провести всю оставшуюся жизнь с ней. Все, что мне нужно сейчас сделать, это вернуть ее. Я просто хотел тебе сказать, что даже кто-то вроде меня как бы может измениться, даже если это кажется невозможным. Ты меня напугала. А не найдется ли в твоем хозяйстве фена? Чего нет, того нет. Вот, повезло. О таком предупреждают заранее. Спокойствие. Женщины сушили волосы до того, как Бог создал фен. Хорошо, но пока волосы не высохнут, ты не вытащишь меня из халата. Возражений нету. Кстати, который час? Открывать клинику еще рано, так что перестань торопиться. Марк, я собираюсь открыть ее пораньше, ведь вчера мы не работали, а люди в нас нуждаются. Окружная больница работает круглосуточно, поэтому в ней не хватает больничных коек. Мэри, передохни хоть немного и перестань терзаться угрызениями совести. Ты имела полное право закрыть клинику пораньше. Мама и Кристи выглядели неплохо, а как ты считаешь? Да, я был рад снова их увидеть. Хорошо, что у Кристи все наладилось. У нее есть нормальная работа, нормальные друзья. Она была рада увидеть тебя? И они с мамашей не хотели, чтобы ты съебывала? Вероятно, мне следовало остаться. Навсегда. Ну, совсем недавно ты утверждала, что Санта-Барбара становится твоим домом новым. Тогда почему я не смогла вернуться к Эпфеллам? Ключ уже был в замке. Но открыть дверь и войти в дом я не смогла. Учитывая поведение Мейсона, это неудивительно. Все последнее время отношения с Мейсоном явно не ладились. Но это никогда не закрывало передо мной двери дома. Нет, полагаю, причина в другом. Ты стала излишне сентиментальной. Сентиментальной? Ну, вспомни спектакль, устроенный Мейсоном вчера. Он вырядился в костюм Санта-Клауса, войдя в роль доброго старца, засыпал окружающих подарками. Редко женщина устоит перед этим. Ну, как бы я устаю. Замечательно, что ты устоишь. Но как приготовить это? Марк, мне удивительно, с тобой легко. Да. Сегодня утром я себя веду несносно. Почему ты терпишь это? Ты спрашиваешь, серьезно это? И да, серьезно. Почему ты терпишь меня? Мэри, я думал, это очевидно. Я не знаю, что сказать. Не говори ничего. Ты задала вопрос, и я честно на него ответил. Марк, наши отношения всегда были достаточно... определенными. Да-да, друзья и все такое, френд-зона, короче. Ну, я как бы, да. Это хорошая формула. Но она устраивает тебя. Но не меня, Мэри. Все изменилось в старших классах. Я тебе не верю. Да, а ты помнишь школьный спектакль? О, тебе моя песня? Да, кто-то пел, а остальные делали вид, что поют. Я играл роль Джонатана
Уинтергрина, а ты... Не подсказывай. Мэри! Мэри Тёрнер! Ты блестяще справилась с ролью. Нет, нисколько, но было весело. Ну, один из номеров мюзикла был «Дуэт влюбленных». Помнишь название? Я стоял на сцене рядом с тобой и пел о том, как люблю тебя, и вдруг понял, это не игра на самом деле. Не для меня. Я действительно любил тебя. Ты ни слова об этом не сказал. Мэри, ну а что я должен был сказать? Тогда ты заявила о намерении уйти в монастырь, и после окончания школы ты так и сделала. Стоило усложнять тебе жизнь. Куда проще промолчать и продолжать играть роль старшего брата. Как глупо я была. Неужели ты не догадывалась о моих чувствах? Ну, иногда твой взгляд был каким-то странным, но... Нет, я тогда и не подозревала, что меня кто-то любит. Мэри, но ты не задумывалась, почему я так долго не приезжал в монастырь? Ты же говорил, что ты был в отъезде, я солгал. Я был дома. Сидел в своей комнате и бесился, что ты туда ушла, блин, и не со мной сейчас. Я не подозревала. Мэри, я не плачу сейчас тебе, не пытаюсь разжалобить. Просто я хочу, чтобы ты поняла, как я давно тебя любил. Но ведь это не помешало тебе благополучно жениться на другой бабе. Это была не любовь, Мэри, это был тупик, блин. Попытайся понять, что ты хочешь, Марк. Юношеская увлеченность – это не повод для брака. Ты считаешь это крайность? После душевного кризиса так легко натворить глупостей. А сейчас мы оба переживаем из-за не самых легких отношений. Прошло много лет, но мои чувства не изменились. Ни хрена, блин, вообще. Я тебя по-прежнему, Мэри, хочу, блин. Я тронута. Первая любовь останется навечно, блин. Но именно это и осложняет мне жизнь. Почему? Ты первая любовь Мейсона, а Мейсон твоя первая любовь Мэри. И как бы вот так вот ситуация получается. И без борьбы никто не отступится от своего счастья. Я не понимаю. Они попросили нас показать удостоверение личности 5 раз. Почему они могут нас впустить? Сантана, нам нужно получить разрешение от главного врача. Они не могут никого впустить без подтверждения личности. Никто не сможет его опознать, если нас не впустят. Подождем еще пару минут. Нас пропу... Теперь я знаю, что чувствовала моя мать. Твоя мать? Ну, когда мне было 9, моя мать слушала радио. Она услышала, что... Там случилось похожее с 2 детьми, а я забыла сказать, что опоздаю, что у меня была репетиция хора. Ну, я шла домой со своей подругой Марией. Я помню. Мы хотели срезать путь через парковку супермаркета, да. Да, я увидела женщину, бегущей по дороге, ее волосы были распущены и закрывали ей ебальник. Когда я пригляделась и увидела ее лицо, оно было полно ужаса. Я поняла, что это была моя мать. Я позвала ее, и она... Ты знаешь, что она сделала? Она повернулась и посмотрела на меня. Она просто стояла там. Слезы ручьями текли по ее щекам. Она думала, что со мной это случилось. Хорошо ведь с тобой все было. Все хорошо. Окей, будем надеяться, что с Брэндоном все хорошо. Ладно, инспектор Кастильо. Да, можно войти нам. Об этом вам нужно поговорить с доктором. Вы нашли мальчика? Да? Да, мэм. С ним была женщина лет 25. Не, в машине больше никого не было. Ты думаешь, Джино могла его бросить и уйти? Что насчет номерных знаков? Поговорить с офицером Перес лучше, я не знаю подробностей, да?
Я занимался сбором, сортировкой личных вещей и... Могу я? Это вещи из машины, да? Да, мэм, их немного. Я могу на них взглянуть, да, можно нам посмотреть, это важно. Он был наполнен жвачкой и конфетами. Это Брэндона? Да, у него было такие же. И многих детей такие же есть, они не могут принадлежать одному человеку. Это его. Ты уверена? Посмотри на внутреннюю сторону, я вышла его имя, когда он собирался в лагерь поехать. Да. О, Сантана, подожди, блин. Я должна увидеть моего сына, ты не можешь больше меня здесь держать. Пожалуйста, Круз. Мне кажется, я никогда не была на такой вечеринке. Перл сказал мне, что соберет все виды моллюсков в Калифорнии. Нужно вырыть яму в землю или что-то подобное. Перл приготовит все в ресторане. Он убедил меня, что на вкус будет так же здорово. Я займусь украшениями, куплю такие же маленькие искусственные жемчужины. Их прикреплю их в каждую устрицу. Слушай, звучит классно. Подожди-ка, ты мне не сказал, что ты будешь делать. Очень на тебя похоже строить вечеринку, конечно, в итоге... Слушай, я займусь приглашениями всех гостей. Также буду напитками заниматься и устрою, придумаю еще кое-что. Что? Ну, например, что-нибудь из березового там. А что, можно? Ну, конечно, можно. Березовый сок сделаем там, гранатовый сок сделаем, все классно будет. Ну, ты обо всем подумал. Теперь все, что нужно сделать, это дойти до телефона и позвонить. У меня есть просьба. Да, пригласить кого-то хочешь? Мэтсона Кэпфелла. Он уже в списке есть. Ты, видимо, забыл, он брат будущей невесты. Почему я все время забываю? Я понимаю, Мэйсон и Келли не как две капли воды. Ты знаешь, Келли намного лучше меня. Кто это, блин? Я не знаю. Я думала, ты будешь мне говорить, когда ты ожидаешь гостей. Подождите, блин. Слушай, ты все еще думаешь, за тобой кто-то следит? Я просто не ожидала. Нежданные гости меня пугают. Не волнуйся, я посмотрю, кто там, блин. О, нет, это Пёрл! Эй, привет всем! Привет, Пёрл! Привет! Ну что, не ожидала, что я сюда приду, да, как бы, а? Да-да. Пока нет, дорогуша, я еще тут побуду, так что все заебись будет. Что, произошло что-то у вас, что ли, блин, ёпта? Ничего, я просто рада, что это ты пришел. Странные дела происходят в последнее время. Дженнис заметила, как кто-то подглядывал за ней в окно, она немного взволнована. Я не виню тебя, дорогая. Сдается мне, что тебе не повредит команда наблюдения. Я могу зайти после работы и немного тебе помочь в этом. Очень мило с твоей стороны, но я слышала, что у тебя очень много дел. Намечается вечеринка, не так ли? Да, все правильно. У меня моллюсков больше, чем надо, поверьте. Ими можно целый стадион накормить. Мне все еще таки нужно впечатлить будущего босса. Будущего босса? Да, когда мы закончим строительство, Пёрл на своей лодке будет возить гостей до казино. Да, я знаю, что нужно сменить образ, как бы, да? Вот почему я это сделал. Сделал что? Причесон. Ты что-то поменял? Что это такое с вами, блин? Девушка не замечает, когда у привлекательного мужика поменялось что-то. Ты что, не видишь, как у меня ирокез сделан, блин? Тебе нравится, а? Выглядит прекрасно, просто прекрасно. Ты уверен, что они сделали что-то с прической? Сделали что-то? Да они целый сантиметр отрезали. Посмотри, вот здесь, блин. Выглядит превосходно, Пёрл. Что в коробке? А да, коробка, это мои дорогие друзья, вторая ступень в моем преображении. Нравится вам? Вот что нужно носить, когда отвозишь гостей в самое знаменитое казино в мире. Обожаю тебя, тебе идет. Это не перебор? Конечно, перебор, поэтому нам так нравится. Вот что? Она мне пригодится, когда я буду стоять в очереди за своим первым бонусом к зарплате. Какой такой бонус, блин? Новая лодка, которую ты мне купишь. Какая еще лодка? Ты что, чувак, блин? Ты же не позволишь мне возить пассажиров на моей развалюхе. Нам нужна совсем другая атмосфера. Погоди, капитан. Из-за казино у меня долги, блин, от палубы до мачты. Да, долги. Ты не знаешь вообще, что такое долги, блин. Видишь, сколько я сдеру с тебя за моллюски.
Не верю себе. Где Мэри? А ты знаешь, который час? Да, а ты? Ее машина у двери. Марк, кто пришел? Ясно. Что ясно? Я на это и рассчитывал, блядь. Мейсон, кажется, я советовал тебе не приходить в себя. Жаль, что я не воспользовался хорошим советом, блин. Да, сеньорито, да. Попе, я пойду спрошу, сколько нам еще ждать. С ними доктор? У него что-то произошло, там порезы есть немножко, как бы... Он справится. Они не знают, они не сказали. Сантана, Брэндон сильный мальчик. Как Джина могла его бросить? Как она могла? Я не знаю, может быть, она пошла за помощью, может быть, она где-то потеряла там что-то. Или, может быть, она решила сначала себя спасти, я так не думаю. Ну, прости. Я в гневе, и мне некого винить. Я знаю, знаю. Доктор, меня зовут Круз Кастильо, это Сантана Андраде. У нее есть причины полагать, что там ее сын находится. Да, офицер мне рассказал. Вы узнали все предметы одежды? Да, кофта. Кофта моего сына была в машине. Мы... Можем его увидеть? Мы так долго ждали это. Он под наркозом. Порезы у него там и... Ну, он справится, да? Да, но поймите, что надо время, понимаете? Как бы не все так сразу. Приходите, давай. Это не Брэндон. Что? Этот мальчик старше и больше. Это не ее сын. Но кофта, вы сказали... Я не понимаю. Это свитер Брэндона, но это не Брэндон. Это не мой сын. Он просыпается. Привет, приятель. Как дела? Плохо. Так. Ты попал в аварию, да? Ты был за рулем, да? Выглядишь слишком молодо для вождения автомобиля. Сколько тебе лет? 12. Мой брат меня научил. Ага. И он научил тебя, как угонять машину, да? А, это плохо. Тебе не стоит беспокоиться. Это хороший доктор, он о тебе позаботится. Я хочу у тебя кое-что спросить. Ты не видел женщину со светлыми волосами и маленького мальчика, покидающими машину? Или она была пустая, когда ты ее угнал? Она была пустая. Ты уверен? Ты никого не видел? Ладно, отдыхай. Попытайся поспать, ты скоро поправишься. Я за тебя помолюсь. Поздравляй. Большое спасибо. Я надеюсь, с ним все будет хорошо. Thank you. Это последняя для него поездка, по крайней мере, на ближайшее будущее. Ты в порядке? Я не знаю. Я рада, что это не Брэндон, но этот бедный мальчик. Я уверен, с ним все будет хорошо. Полицейский нашел кое-что еще, кроме кофты его, вот. Логично предположить, что Джина следует направлению, указанном на карте, которую нашли, да? Так что нам нужно поехать по указанным местам. Да, поехали! Я бы чувствовал себя намного лучше, если бы ты пошла со мной. Дилан, я не хочу сейчас тратить на это время. У меня другие занятия, понимаешь, и не хочу. Я думаю, что тебе стоит исходить все-таки. Я часто остаюсь одна, и все мной все будет хорошо. Я не понимаю, в один момент ты волнуешься, что кто-то в дверь позвонил, бля, а сейчас уже бесстрашно. Я иногда нервничаю, это проходит. Не нужно стесняться своих страхов. Может быть, Перл прав, нам и вправду нужно нанять охрану. Вооруженного охранника? Я не знаю, кого-то. Это глупо, мне даже давно перестало казаться, будто за мной следят. Дженнис, вчера было Рождество. Если в нашем случае за тобой кто-то подглядывает, возможно, он ради приличия не появился в праздник, но это не означает, что он не вернется. Ты пытаешься меня напугать? Нет. Я пытаюсь помочь тебе. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Мне будет безопасно, если ты
будешь беспокоиться о своей жизни, а я о своей. Ладно, хорошо. Я вернусь через пару часов. Подожди, я пойду с тобой, мне все равно нечем заняться. Мейсон, привет! Дилан, я, по всей видимости, застал вас врасплох. Мы собирались уходить, да, так что... Давай, Дилан, пока, но заходи. Ты что-то рано пришел? Я скучал по тебе, как бы. Как ты Рождество провела? Бывало и получше. Ну, у меня тоже. Как насчет того, чтобы забыть о Рождестве и начать думать о Новом году? Я только за. В таком случае у меня есть для тебя подарок на Новый год. Извини, но у меня не было времени его упаковать. Мейсон, мне не верится. Ты купил мне подарок? Да, я должен был тебе это сделать. Должен за что? Ну, сказал пару грубых фраз не так давно. Хотел загладить свою вину этим. Не надо, ты уже извинился передо мной. Я надеюсь, это лучшее извинение. Открой, посмотри, блин, что там. О, Мейсон, что ты наделал? Тебе нравится? Что тут может не понравиться? Это изысканно. Это чересчур много. Не говори глупостей, это безделушка. Чисто золото и бриллианты. Ну, я хотел тебе подарить что-нибудь прикольное. Не наденешь? Подходит. Так было суждено. Thank you. Но я не знаю, стоит ли мне его принять. Прошу, возьми его. Жаль, что у меня нет ничего для тебя взамен. Можешь позволить мне остаться ненадолго? Конечно, я хочу сделать тебе завтрак, а? Ты голоден? Да нет, просто... Просто побудь со мной. Хорошо. Что-то не так? Все заебись, когда ты улыбаешься. Тебе не нужно дарить мне кольцо, чтобы я начала улыбаться. Я знаю. Когда я с тобой, я улыбаюсь. Ты невероятно остроумный. Тебе наверняка все это говорят. Не сегодня. Ты остроумный. Ты умеешь подбирать слова. Они покидают меня в этот момент... Может быть, сегодня ты просто не хочешь говорить, хорошо? Мне не нужно говорить. Говорить правильные слова. У тебя и вправду было паршивое Рождество. Я стараюсь думать, что оно не случилось. Может быть, я смогу помочь? Как я наелась. Это был завтрак для гурмана, блядь. Но время было выбрано крайне неудачно. Я попробую изгнать воспоминания об этом утре. Я уже забыла о нем. Подожди, Мэри, зачем? О чем ты? Мэри, крайне глупо пытаться забыть о том, что произошло сегодня. Мейсон ворвался в дом и сделал скоропостительные выводы. Это его проблемы, а не мои. Подожди, я ни в коем случае не берусь защищать Мейсона, но вряд ли я вел бы себя достойно, если бы я думал, что любимая мною женщина переспала с другим. Подобное не вызывает у людей положительные эмоции. Но ты бы не признал автоматически ее виноватость. Это сложный вопрос. Мой совет – расскажи Мейсону все факты. Нет, я ни в чем не виноват, и не буду ему ничего говорить. Мэри, Мэри, он застает тебя рано утром в моей квартире, ты завтракаешь в моем халате. Он же все понимает, блин. Мэри, ты не можешь ждать от него безоговорочного доверия. Природа человека устроена по-другому. Может, не стоит разузнать побольше о природе человека? Может, и стоит. Хорошо, как ты бы поступил тогда? Ну, будь честна, по крайней мере, сама с собой. Если ты, Мэри, разумеется, хочешь оставить Мейсона в своей жизни, я не хочу. Хорошо, но, по-моему, ты кривишь душой сейчас. И все же не стоит, чтобы Мейсон считал нас любовниками. Он не имел права вырваться сюда и делать скоропостижные выводы. Да ладно, ладно, только не надо бояться его. Почему я должна его бояться?
Мэри, мы росли в совершенно другой среде. Он не так прост. Открыт и искренен. Он... Ну, не знаю, блин. Ты прав, я знаю это. Но главная проблема в том, что я никогда не смогу доверять Мэйсону. Если нет доверия, то нет и отношений, верно? Верно. Как только я пытаюсь доверять ему Марка, он сразу же сводит на нет все мои усилия. У меня нет больше на это сил, блин. Вашим отношениям пиздец пришел? Думаю, да. Ладно, в таком случае скажи, как высоко по шкале доверия котируюсь я для тебя, ну, из чистого любопытства? Но ты никогда намеренно не напиздишь меня. Я никогда не встречала человека более честного, чем ты. Сегодня я честно рассказал о своих чувствах. Но это было нелегко. Я знаю это. Мэри, я ни в коем случае не навязываю свою любовь. Наши отношения всегда были в особой категории. Похуй на все, да? Не думай ни о чем, все заебись одним словом. Вот так вот, да. Я считаю, надо снять ограничения. Посмотрим, как разовьются наши отношения в дальнейшем будущем. Вот так вот. Ты серьезно это? Поживем, увидим. Хорошо, ладно. Сантана, стоять! Пожалуйста, остановись, блин. Я не понимаю. Все было не конец, как я хотела. Мысль о том, что с ним что-то случилось, не дает мне покоя. Почему это происходит именно сейчас? Почему он жертва этих обстоятельств? Что я сделала плохого? Я ставлю свечки и не получаю от Бога ответа, так что... Ты мне можешь ответить? Скажи мне, почему все плохое происходит с невинными людьми, блин? Я должна была пронести наказание за то, что его отдала. Сейчас не время и не место для этого, Сандана. Я его отдала. 7 лет назад. У меня был выбор, но я его отдала. Вот это несчастье из-за меня. Это неправда. Но это так. Если бы не я его отдала, то этого бы не случилось. Послушай меня, ты была очень молода, ты сделала то, что считала правильным. Люди, которых ты уважала, сказали, что это правильно. Я должна была знать. Как ты могла знать? Слушай, единственная твоя ошибка, ты им поверила, блин. Кэпфелы. Да, Кэпфелы. Они причинили нам столько страданий. Отобрали у меня Брэндона. Отобрали Иден у тебя. Что же у нас осталось теперь? У нас есть надежда. Может быть, у тебя? Мы оба должны надеяться. Мы найдем Брэндона. Я верю, что однажды он будет твоим. А ты и Иден? Как будет, так будет. Спасибо, что ты очень помогаешь мне. Хорошо, ты мог этого не делать. Иногда всякая причина есть помогать, понимаешь, блин? Мы его найдем ведь? И он будет в порядке? Да, я не сомневаюсь. Круз, я не знаю, что бы я без тебя делала.